Мы тут повспоминали самых могучих русских игроков. А чтобы выбирать было проще и приятнее, в этом составе будут лучшие из России и из СССР. Поехали! Кто-то может и не считать Льва Ивановича легендой. Врача! Но это самая лайтовая позиция в составе. У конкурентов просто нет шансов против единственного вратаря обладателя золотого мяча. Долгое время Онопка был рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей, пока его не опередил другой белый ходок. Из других достижений. Виктор трижды выиграл чемпионат страны, дважды кубок и 7 раз попал в команду легенд FIFA. А вот и железный человек, который обошел Онопка. Игнашевич уже 16 лет в сборной. Он пережил с ней триумф на Евро и все возможные провалы. А теперь Сергей в 38 лет сыграет на домашнем чемпионате мира. Больше 400 матчей в «Спартаке», золото Олимпиады 56 и Кубка мира 60, 5 побед в чемпионате СССР и 3 в Кубке. А еще Нетто успел поиграть в хоккей и провел 22 официальных матча за «Спартак». Надежда и Вера. Трижды выиграл чемпионат страны. Сосьедадом добирался до серебра премьеры, а еще капитанил в сборной России по пляжному футболу. Главный тащер минского «Динамо». В 80-х выиграл с командой чемпионат СССР. Потом уехал в Италию и взял с «Ювентусом» кубок страны и кубок УЕФА. Лучшее, что когда-либо происходило с российским футболом. Похороны Голландии, покер на Энфилде. И все это случилось, когда Шави уже было под 30. Стрельцова короновали очень рано. В 18 он стал лучшим бомбардиром чемпионата. В 19 выиграл вместе со сборной Олимпиаду и на чемпионате мира 58 должен был рвать всех. Но уголовное дело об изнасиловании уничтожило лучшие годы карьеры страйкера. Понедельник – автор победного гола в финале Евро 60 и лучший бомбардир турнира. Понедельник зажигал в СКА Ростове, уходил в ЦСКА, потом возвращался и снова зажигал в СКА. Олег Протасов в 85-м с 35 мячами побил рекорд Никиты Симоняна и стал вторым в номинации на золотую бутсу. А еще Протасов занимает 3-ю строчку в списке бомбардиров сборной после Блохина и Киржакова, который тоже рвался в эту команду, но не попал. В теории эта команда вообще могла бы состоять из 11 киевлян, но мы ограничились только 2. 7 чемпионатов СССР, 5 кубков, 2 кубка обладателей кубков с разницей в 11 лет и, конечно же, золотой мяч. Для мирового величия Блохину не хватило только титула со сборной, но и без него бомбардир из киевского «Динамо» остался одним из лучших страйкеров второй половины 20 века.